такой набор помпас. А что такое помпас? Это шарики такие, чтобы лопать. Это... Вот вы видите на картинке, как большой можно. Это мыльные пузыри? Да. А по-испански называется? Помпас. Помпас. Точно. Будем открывать? Да. Открывать помпас. Это должны получиться какие-то большущие пузыри мыльные. Да. Попробуем. Вот. Что там? Показывай. Это для помпас. Так надувать. Вот так надо. Но оно привязано. Это что? Это палочки? Да. С веревочкой, да? Покажи. Да. И еще грузик здесь имеется. Смотри, Валерия, видишь? Колечко. Да. Так, давай, что там еще? Ликидо. Ликидо, жидкость. Для человечка. Как здесь? Покажи. Инструкция какая-то. А, да. Жидкость, инструкция. Что-нибудь еще есть? Да. И баночка для ликидо. Баночка для жидкости. Да. Отлично. А по-испанскому ликидо. По-испански ликидо. Да. Жидкость. Давай сюда поставим коробку. Хорошо, коробка нам не нужна. Так, что будем делать сейчас? Мы будем наливать сюда. Больше, больше, больше. Еще, еще. Еще. Все. Пойдем на солнышко? Да. Перейдем на солнышко. Опускай, нужно, чтобы вся веревочка намокла. Я чуть-чуть. А ничего страшного. Опускай, опускай. Вот так ручками можешь помогать, чтобы веревочка вся намокла, намокла. И даже еще другую палочку нужно ниже опустить, чтобы вся-вся веревочка мокрая была в жидкости этой. Все, я думаю, сейчас все. Теперь подожди, подожди, подожди. Теперь бери одну палочку в одну ручку, а другую в другую. Теперь медленно подымай и расставляй в сторону. Растягивай в сторону. Только не в ту сторону. Ветер, получается, поток воздуха туда. Да, правильно, вот так. Валерия, ты видела, как получалось? Да. Это классно. Все, намокло. Подожди, подожди, ты снова забыла в одну ручку одну палочку, а другую в другую. И теперь растягивай в стороны. Растягивай потихоньку. Ух ты! Но как красиво! Давай в стороны растягивай. Растягивай, растягивай. Отходи, 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 отходи. Вот, вот, почти еще, еще. Смотри! Закрывай. Ух ты, ух ты! Смотри, какой большой полетел! Смотри, он еще летит! И он двойной какой-то! Двойной! Можешь положить палочки и догнать его, если хочешь. Положи палочки на травку. Приближай зубом. Смотри, он с тобой дразнится, ты видишь? Прыгай. Прыгай. Опа, маленький остался. В какую сторону теперь ветер? Смотри, маленький оторвался. Как красиво! Все, лопнул. А можно мне попробовать? Да. Я обманула.
хочу, а ты будешь доставать. Ты научи папу, расскажи ему, как сделать. Надо вот так, потом поднимать его. Хорошо. Пускай папа попробует. Вау! Валерия, смотри еще!